Так, Громас Майнс. Нет, Rogue Squadron это леталки. Shadow of the Empire это... Это шутер от третьего лица, но тоже с элементами стрельбы, насколько я помню. Dark Forces 2 это шутер, да. Но это шутер с лайтсейвером. Миссия 5. Громас Майнс. Blood Moon. Металл, который ты нашел, называется фрик. Редкий материал, который они, должно быть, используют для брони дарктруперов. Я отследил известные источники фрика и наткнулась на... Что это было? Наткнулась на несколько маленьких лун в системе Громас. Возможно, это не совпадение, что у Империи есть... шахтерская установка в этой самой системе. Нам нужно уничтожить эту, как сказать, этот завод, чтобы затормозить проект темных труперов и да, чтобы получить преимущество над Империей. В главном реакторе есть exchange coupling, что это такое, которое ведет в центральную силовую сеть. Так, положи там заряд в этот каплинг. Каплинг, что это такое? И из-за этого взорвется обменное взаимодействие. Что? Какой-то обменник, короче. Силовой обменник какой-то. Короче, и из-за этого завод взорвется. Когда будет заложен заряд, не теряй времени, чтобы выбираться оттуда. Так, угу. Звучит легко. Так, я сейчас подключил джойстик от Xbox в этот раз. Мы очень плохи в стельсе. А лисичка Слав, привет. Да. Сегодня... Нет особого настроения. У меня немножко сегодня странная херня была. Да, не слишком ли вас много, господа? Пожалуй, надо пробовать вести более более здоровый образ жизни. Хотя бы пробовать. Тан-тан-тан-тан. Музыка классная здесь, да? Ай, это откуда прилетело? Я слышу кого-то. То есть, Сурман, ты хочешь сказать, что Сарамага все это время был геем? Первородный опоссум, привет. А, по-моему, восьмой. Я не понял, откуда вот этот Вася сейчас возник?
Так, это самое начало. Слушай, вот этот уровень мне нравится. Он сильно отличается от предыдущих уровней. Пока что. Которые у нас здесь были. Он очень прямолинейный, и здесь какое-то постоянное мочилово. Еще и музон такой напряженный. Что это такое? Jesus Christ, что это? Я ее оставлю на Dark Troopers. Сегодня у нас стрим старых игр. По понедельникам мы стримим ретро-игры. Нет, не Дэнди, Супер Нинтендо. Да. Сара, блять, во-первых, пошел нахуй. Ты сейчас скорчил кислое ебало. Как будто ты вкусное мороженое не ешь каждый день, блять, когда играешь в Супер Нинтендо. Ёбаный Sega фанбой, блять. Я не дропнул, просто небольшой перерывчик. На Route 40 я бы Kingdom Hearts прошел бы. Может, вы слышали про эту игру? Вот, привет. Смэш, кстати, я ссору не покупал Смэша. Я в Смэш играю только двумя персонажами. Но, возможно, стоило бы. Не, ну я Супер Нинтендо вообще не играл. Это приставка, которая... Вы слышали звук, который он сдал? Это приставка, которая прошла целиком мимо меня. Ты знаешь, этот звук я где-то точно слышал, но не могу понять где. Ну да, этот звук... Этот звук знакомый звук. Ну и потом, кот не скуф. Наверное. Thank you.
Слушай, а как? А как? А как какать? А, ну, нет, Сара... Сара подходит под старый пердун. А вот Скуф, я не знаю, это он или нет. А, ну тогда это Сара, да. Слушайте, я в жопе. У меня так мало жизни осталось, пиздец. Set blasters on full. И я этому жлобу благодарен. Олениной, правильно. Вася, то есть на Final Fantasy ты не приходишь, блядь, а на Dark Forces, который проходил на река 10 раз, блядь, приходишь. Так, у нас что сейчас будет? Первая встреча с дарктруперами, что ли? Получается, только обратно этим путем надо будет идти, да? Еп, Dark Trooper пришел. Yeah.
Да, это дроиды. Это очень типа крутые дроиды. Бронированные, мощные. Так. А, мне надо подождать и пробежать, что ли, так? Ну ладно, автонаведение интересным образом работает. Я не понял, а как мне это пробежать-то? Прям бежать, перепрыгивать? А, на совсем открыл, да? Ты уверен? Пока нет еще. Я что-то как-то... Я думаю, это для того, чтобы облегчить проход назад, потому что потом они опять это закрывались. То есть это, в принципе... Новый сезон Ребелсов. Зря вниз упал, да? Только Life Action. А Life Action Ребелсы, наверное, не очень. Не знаю. То есть Филони делает дальше то, что он делал. Я бы CG хотел увидеть. Не, в «Мандалорце» была очень классная. Серия с Асокой была классная. Я имею в виду во втором сезоне. А дальше я все равно не смотрел. Бля, эта игра знает, чего я хочу. Я хочу отстреливать штурмовиков. Она мне это дает. Прям... Я говорю, я с таким бы удовольствием поиграл в Rogue Squadron ремастер, это вообще. Сурман, а в Rebels'ах она тебе не понравилась, что ли? А, ты же дропнул Rebels'а, ты же не досмотрел их, да? Я заблудился немножко.
Я тебе советую посмотреть второй сезон и третий. Ты поменяешь очень сильно свое представление о Rebels'ах. Потому что они там ощущаются как сиквел Clone Wars очень сильно. И четвертый сезон тоже. Может, я зря упал вниз? А, нет, все. Нани? Так. Ага, Imperial Detention. Судьба Криксмадин. Так, плохие новости, Кайл. Наш шпион Криксмадин был захвачен. Его содержат в имперском центре задержания на Аринакре. И он ожидает в казни. Он был ценен для... Он поставлял нам ценную информацию о тарктруперах. Я думаю, мы да, должны... Да, перед нами долг в том, чтобы его попытку его спасти сделать. Так, это значит зона заключения имперская хорошо охраняется, тяжело попасть внутрь, еще тяжелее остаться в живых. Так, так. Шаттл, управляемый переключателем, есть, который перевезет тебя к главным вратам. Внутри комплекса два главных лифта с доступом к нижним этим тюремным камерам. Так, один идет на нижние охранные уровни и вниз в командный центр. Другой ведет в высокоохранные блоки, где Криксмагин содержится в блоке N. Так, каждая камера закрыта своей ключ-картой, кодовой картой, которую носит имперский офицер. Так что сначала тебе надо найти правильную карточку для его камеры. Так. Ага. Так. Так. Так как они... так как высокоохранная зона контролируется изнутри блока 99... Так, как только охрана будет в курсе, невозможно будет проникнуть внутрь. Я советую найти опциональный вход. Угу. Так, короче, их слишком много, так что рассчитывай на стелс больше, чем на огневую мощь. Нет. Найти Криксмадина. Мы, блядь, играем не в Metal Gear. Никакого стелса. Никакого стелса. Откуда он знал, что я Rebel? Мы не геноцидим, мы спасаем с нашего товарища, мы проводим... Русское тесто, привет. Да, решил немножко, небольшой перерывчик сделать. Капельку. В общем, мы на миссии.
Блядь. Не, ну, блин, сколько здесь зато... На скольки разных планетах мы уже были? И никакого блядского Татуина опять. Когда я захочу себя возненавидеть, дико, чудовищно возненавидеть, я поиграю в тот самый охуенный экшен от третьего лица по первому эпизоду. Да. Да я хочу... Может быть, я завтра вернусь к ней. Я не знаю, я сегодня... Сегодня был... Странный день. Не то, что день хороший был сегодня, но я сегодня себя очень погано чувствовал. Я даже не знаю, как объяснить. Эй, ты куда, мужик? Ну да, 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 там, ну она типа от третьего лица, да, но там топ-даун вид. Она, это ужасная игра. Эп, она практически неиграбельная, это пиздец. Пройду с удовольствием на стриме. Так. Блять. Та-та-да-да-да-та-та-да-да-да. Блин, я забыл. Про эту игру писали, что Джон Уильямс высоко оценил музыку, которую, блядь, сделали. Тут же использовали эту какую-то систему. По-моему, ее как раз Digital Foundry писали, что ее не смогли в ремастер перенести нормально. Тут система музыки такая, что спокойно музыка играет, потом она динамически начинает переключаться на боевой режим, типа того, на боевые мелодии. Здравствуйте, Дартил. Как ваше ничего? А вон там что-то какой-то это появился. Здесь везде мы разобьемся, да? Я не вижу пути.
А уже начался новый сезон? То есть этот начался сезон, где эти-то, господи, блин, а, я понял, я знаю, куда мне идти, мне надо идти сюда. Где все герои бесплатные теперь? Дартил, ну что я тебе могу сказать? Играй лучше. Я думал, ты пришел отдыхать. Так, мы, возможно, заблудимся на этом уровне. Уям. Ай. Охуеть, здесь срикошетит. Лазер. Ебать, лазер здесь рикошетит. Слушайте, это прямо как... А, у меня, кстати, кончились патроны. Это же как прямо в четвертом эпизоде, помните? В этом... В... Господи... Ебанутый. Кот-кит-три. В четвертом эпизоде, когда они были в мусорной станции в этой, на мусорном перерабатывающем заводе, там как раз рикошетили выстрелы. G. Окей, G, и чё G? Люблю такие вот мелочи вообще. Ну, мины меня покоцали, конечно. Код. Так, клубничка, X и треугольник. Так. Это клубничка? X и треугольник. Отлично. А на тот случай, если вдруг будет побег. Это что за хуйня? Мортер... Пакерет Мортерган? Она... Нихуя себе. Stop.
Зачем они делают реально такие рикошетные стены? Я начинаю думать, что это не очень эффективная вещь для сдерживания беглецов, потому что... Потому что, в принципе, в теории только с оружием-то должны быть штурмовики здесь. То есть они убили сами себя? Пошел ты. Не, ну, они сами выбрали себе эту работу. В этом было прикольно, кстати, Звездные войны, этот Bad Batch, который продолжение Clone Wars, про бракованную партию. Там, как там набирали людей в штурмовики. Спасибо. Очень интересная серия была. Они видели, они пытались на меня напасть. Эп. Не, ну там просто показывали, там интересно было, как показывали, как вроде обычные, нормальные, приятные люди записываются, едут, их лица показывают, там очень, очень diversity отряд, прям вообще diversity во все поля, прям гордость берет за этот, там и женщины, и белые, и черные, там все есть подряд. И потом показывают, они выезжают на первую миссию, и первая миссия — это расстрелять мирняк. И после этой первой миссии они все выходят уже одинаковые в этих... уже не снимая шлемов, короче, уже... ну, все один очень похожи. Мне этот момент мне очень понравился. Так, что, дальше едем? На следующий этаж? А вообще, бракованная партия прикольно показывала, как империя не доверяла клонам. И быстро искала, чем их можно заменить. Вот. Вот. Так. Мне кажется ли, Set Blasters on Full, говорят Джек 2, я только сейчас, эти, полицейские когда бегают, и скорее всего, это референс на Star Wars, вот эти, Dark Forces. А. Биочипы, да, но они все равно, они ненадежны, получается, уже из-за биочипов.
как раз, я не знаю, я смотрел только половину первого сезона «Бракованной партии», остальные пока не смотрел. А, там как раз показывали нас эти, как power struggle в империи, короче, в только-только родившейся империи, и люди, выступающие за то, чтобы армию делать дальше из клонов, и люди, выступающие за то, чтобы заменить их всех этими обычными людьми. Как раз там был Таркин против клонов. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, тут есть новый лифт, но мы еще тот не осмотрели, да, до конца. Давайте, наверное, сначала тот лифт осмотрим. Или досмотрели? Блядь, досмотрели, да? Да. Да, кстати, и Сурман, посмотри, как раз хорошо тему клонов раскрывает, опять же, Star Wars Rebels, второй сезон и третий. В третьем так вообще отличная серия насчет этого. Такое прощание с войнами клонов. Очень интересно получилось у них. Слушайте, какие-то здесь уровни больно большие стали, нет? Бир, привет. Сразу два ключ-кода. Охуенно. Ну, слушай, ну... Разве тебе не интересно посмотреть, как они встретятся в Rebels'ах? Крестик, треугольник, треугольник. Блять.
Это мы открыли. Ну, Рекса... Не-не-не, у них не было романтической линии. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, вообще нет. Абсолютно не согласен вообще с любой ее проявлением. Знаете, у кого там была хорошая романтическая линия? У Оби-Вана Кеноби. Ну, кстати, они прикольно сделали в Ребелсах, опять же, они прикольно сделали, что риткнули, отритконили одного персонажа в этот, господи, в шестой эпизод «Звездных войн». Ну, Арта, господи, Арта всего подряд есть. Что? А куда идти-то? Нет? Ай. А чё мины такие злые-то? Ай. Все ради бира. Все ради бира. Я не понял, что мы, короче, открыли на этом уровне. Что мы, блядь, включили? Давайте идемте на следующий. О, мы нашли наш уровень. Republic Scum. А, вот. Нам в обход надо, да? Через другой уровень идти? Нет. Так, тогда на ней... The fuck.
Мы можем здесь другой код попробовать ввести? Так, давайте код 3, кусочек пиццы D. Так. 3, кусочек пиццы D. Что-то, по-моему, открылось. А! Блядь. Блядь, это была засада. Здесь закрыто. Так. Какой еще код мы не водили? D, вишенка, F. D. Вишенка, F. Нет. И здесь закрыто. А. Тогда пробуем следующий код. Эй, Нинда, привет. Узнаю завтра. Как она? Наверное. Что-то как-то я сегодня себя нехорошо почувствовал. Настолько, что даже не решил не играть в ФФ. Так. F, X и медузка. Это медузка? Мы еще не пробовали вишенку. X треугольник мы пробовали, такое ощущение, что пробовали вишенка. X, подождите, какой такой треугольник. А, так, это N, это красный код, да? Ну, пойдемте ведем к тебе красный код и вернемся сюда. Красный это у нас какой? Это код 2, да? Нет, стоп. Красный это у нас код 1? Блять, какой из них красный? Thank you.
Да, за Кайла Катарна мы играем. Это первая игра. Это первая игра за него. Он тогда еще здесь был не джедаем. Просто был суровым мужчиной. Наемником, бывший имперец. А, может быть, это куда-то ведет? Д, вишенка F. Д. Вишенка. F. Это вишенка. Вообще, справедливости ради, я здесь тоже уже подпотерялся немножко. Не то, что подпотерялся, я знаю, куда мне надо идти, я не понимаю, как мне это сделать. Самое обидное, что здесь нет сейв-стейтов. То есть, придется уровень проходить с самого начала, если я сейчас застряну на нем. Код 2. FX медузка. Слушайте, а может мне назад надо идти? Я хуйней страдаю. Я все пробовал коды-то. Возможно, здесь работает только код родной к этому терминалу. Так, синий код. Вишенка X треугольник. X я в тупик влез. Так. Вообще здесь оранжевый должен быть, да? Оранжевый это 4.
5. Крестик, треугольник и кусочек пиццы. Вот этот код работал. Крестик, треугольник, кусочек пиццы. Вот он работает. Он открывает эту дверь. Нет? А, здесь мы были. Окей. Хороший вопрос. Я не помню, кто здесь финальный босс. Скорее всего, Dark Trooper. Так, 3 кусочек пиццы D. 3 кусочек пиццы D. Вот это, да? Ну, мы в обоих этих комнатах были. То есть этот этаж мы осмотрели полностью. Чё за прикол-то? Мистеры. Такое ощущение, что я могу как-то попасть в лифт. Да не, вряд ли здесь глюк. В лифт на крышу лифта могу я попасть, интересно, как-то? Давайте еще раз осмотрим этот этаж. Может, я все-таки что-то здесь упускаю? А. Я должен вам признаться, я не понимаю, что происходит. Или я невнимательно все осмотрел, что вполне возможно. О боже мой. О боже мой, серьезно. Это, наверное, мне подсказывает как-то, как надо идти. Да? Нани, the fuck? Нет, ну вы поняли, да? Поняли?
Блять. Как мне здесь не разбиться? Ебать колотить. Вот. Вот. Потрясающе. Почему они вот этой хуйней занимаются на каждой своей базе? На каждой, блядь, своей базе. В чем прикол? Но, Бир, как ты узнал, что я люблю очистные сооружения различные? Блять, потрясающе, конечно. Имперцы гении, просто гении. В Твери, между прочим, сверхсовременный мусороперерабатывающий завод. Так что это вы, ребята, сами над собой посмеялись. Блять, я, честно говоря, не понимаю, что здесь происходит уже. Чёртовы москвики. Это Джерон Фьюжн Каттер. Можешь посмотреть на Star Wars Wiki, наверняка про него что-нибудь есть. Так, нам нужен красный код, да? Красный код. D, вишенка F. Что-то открыли. Ей! Смотрите, куда мы попали. Отсюда пришел, что ли? Так, второй код. F крестик медузка. F крестик
Медузка. А. Извините. Да. Так. Крикс Мадин информировал нас, что лидер проекта Dark Трупперов — это генерал по имени Ром Мох. А, ты можешь помнить его во время своего времени в Империи. Так, украшенный солдат, в смысле медалями, да, войны клонов, Мох стал очень важной фигурой во время восшествия Императора к власти. Он был одним из немногих генералов, который сопротивлялся созданию Звезды Смерти. Потому что из-за его недоверия к любой технологии, которая отделяет воина от битвы и встречи с врагом. Угу. Так. Он абсолютно одержим честью ближнего боя, да, как прямо личного боя. Так. Мадин дальше докладывает, что у дарктруперов есть три фазы создания. Сначала первое — это шахты Громос, которые ты эффективно взорвал на кусочки, где они добивали ресурс алоэ Фрик. Получившийся алоэ потом транспортировался на робототехническую фабрику, где их обрабатывали и улучшали, очищали, да? Алоэ потом забирали на специальном космическом этим крейсере Аркхаммер, где последняя сборка происходила, где происходит последняя сборка дарктруперов. Место этой фабрики и Аркхаммера все еще неизвестно. Наша следующая цель — это найти и уничтожить робототехническую фабрику. Генерал Мох запросил помощи короля преступного мира, неизвестного нам в этот момент. Он поставляет Мох контрабандистами, чтобы передвигать его товар в разные места. Так, Мадин до своего захвата смог выяснить один из путей, по которому которые использовали контрабандисты, что начинается в Разис Хэт, космическом порте на планете Кальсети. Так, установив отслеживающее устройство в порту двигателей, сзади контрабандистского корабля должно нас привести прямо к робототехнической фабрике. Блин, вряд ли я успею, да, пройти сейчас миссию? Та-да-да. Пиздец, Бир не любит чемодан. Ну, пиздец. Бир. Бир. Эй, куда? Вы знаете, наверное, дальше я не буду проходить, потому что... Я все равно умер. Потому что, ну, собственно, я миссию все равно не успею уже пройти. Ну ладно, все тогда. Всем спасибо. И всем пока.